4 октября в Каспийске состоялся настоящий праздник. Это открытие новых дворовых территорий, которые были реконструированы в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» был инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Ежегодно в нем участвуют около 3000 муниципалитетов по всей стране. Эта программа дала шанс значительно преобразовать территории не только крупным городам, но и большим селам, которые ранее не смогли себе позволить войти в крупные федеральные проекты в силу ряда ограничений. Пользуйтесь на здоровье, пусть все это, вся эта красота будет вам во благо, детишкам на радость. И самое главное, пожалуйста, берегите свой двор и любите его. Открыла мероприятие воспитанница ДШЭП Хадижа Магомедова с песней «Маленький принц». Падаем, взлетаем и на десерт. Мы за чем-то торопим время, нам не терпится стать взрослее. Открытие дворовых территорий прошло по следующим адресам: Ильяшенко 5-7, Ленина 17-25, Ленина 11 и Орджоникидзе 18. Приняли участие в мероприятиях сотрудники управления ЖКХ, заместитель главы Каспийска Руслан Мирзамагомедов, представители управляющих компаний дворов и многие другие. Кроме того, украсили мероприятие воспитанники ДШИ, хореографический ансамбль «Вдохновение», флешмоб «Родина Россия» и воспитанница ДШИ Камила Расулова с песней «Горный Дагестан». Дагестан, сердце Кавказа, здесь народы так дружны. Разновидности хинкала и вкуснейшие чуду. По утрам звуки азана разгоняют пустоту. Горный Дагестан, море у подножья скал. Мечется порядком и домом для народа стал. Завершилось мероприятие чаепитием с различными сладостями и вкуснейшим узбекским пловом, организованными управляющими компаниями дворовых территорий.